Приветствую всех на канале VGames, и у нас игра Naruto X Boruto Ninja Voltage. Что ж, у нас годовщина, игре 4 года. И в этом видео мы будем сейчас собирать награды и открывать витрину годовщины. Будем выбивать карты, надеюсь, они будут офигенные. Ну а перед началом, ребята, подпишитесь, поставьте лайк. Погнали. Так, у нас 40 тысяч очков. Тикет. 300 осколков на Нарутаста. Чакра, конечно, круто, но у меня ее много. Материалы, это все у меня есть. Так, обязательно сейчас пойдем к витринам, все будем открывать. Ребята, пишите в комментариях, какие вам персонажи выпадали. Вернее, какие способности, какие-нибудь классные, может, способности вам выпадали. Так, там у меня сообщение, меня зовут в гильдию, так как я покинул свою гильдию. Суммон, что тут у нас? Билеты, вот, у нас есть 4 билета, где мы можем открыть их и получить что-то офигенное. Надеюсь, мы получим. Что ж, ребята, поддержите лайком. Тянем за язык жабу. Сейчас первых 10 карт появится, по идее. Потом еще будет 10, и суммарно 40 карт мы можем открыть. Что ж, это не ульта. Кимимару. Что ж, ты у меня есть. Тоже карта не очень. Оу. Классная картинка Мадары. Я не уверен, что у меня есть этот скилл. О, ульта, ульта. Надеюсь, не повторка. У меня есть эта ульта. Ну ладно, прокачаем уровень. Угу. Рин, который швыряется бревном. Такая способность у меня есть. Ух ты! Способность на Тоби. Великая война. Такой карты у меня точно не было, я помню. Я, в принципе, не открывал витрины с Обита. Ну, вернее, с Тоби. Ну, в общем, с белой маской, потому что я тогда не играл, помню. Следом появилась способность на Обита. Джинчурики. Ну, такая способность у меня есть, потому что витрину с Саски я открывал. На тот момент, когда Саски выходил, я, по-моему, их прокачивал. Ай, жалко, жалко, что не золотая карта в итоге. Ух ты! А, не, это есть способность. На нового Наруто способность, но все равно она у меня есть. По-моему, даже 6 уровня. Способность хорошая, но на последний уровень у меня уже. Райкаге. Да сколько вас тут еще будет? Способность на Кимимару. Да, вот у нас из всего новая способность на Тоби. Еще открываем. Так. Все началось не очень. Я забыл, как тебя зовут. Ашура или... Индра? Не, Ашура. Его зовут Ашура. Когда-то я тоже открывал на него баннер. И у меня есть способность на Ашуру. Минато, который такой... Эй, смотри, я Хокаге. Я охочусь в первую очередь за ультой Саски нового. Так как ульта на нового Наруто у меня есть, а вот на Саски нету. Быть может, выпадет со стикеров. Стикетов, вернее. Потому что
Шинобайта я и так кучу потратил. Надо оставить на будущее. Шестихвосты с его пузырями. Надо, чтобы разработчики добавили больше хвостатых. А желательно не больше, а всех. Гаара, спасающий Наруто. Такая способность у меня есть. Ну, что-то... ну, такая способность на Кабуто у меня есть. Я открывал витрину с его рекитом. Даже ульту выбил. На Данзе. Данзе крутой чел. Мне он нравится. Каким бы он негодяем ни был, но он мне нравится. Хината. На пляже. Недавно выпало мне на Сакуру в пляже. На Сакуру в пляже. На Сакуру в купальнике ульта выпала. Саски. В общем, я расстроен. Ничего нового. Есть, конечно, способности нужные, но ничего нового. Трясись, трясись, лягушка, выпадай что-нибудь крутое. Ну ясно. Никаких вспышек не было. Эффектов звуковых, значит, ничего крутого. Как я понимаю. Баку. Призыв. Вы что, прикалываетесь? Тот же комплект выпадает, только в обратном порядке. Гаара, ну, в обратном порядке, только на Гаару другая способность. Кстати, эта способность прикольная, мне она нравится, она массовая. На область действует, многих персонажей захватывает. Так, за окном собака гавкает, наверное, возмущается дроп-рейтом. Опа. Что-то я не помню такого. Была ли ты у меня? Какая карта? О, Сакура. Так. Скорее всего, такой способности на Мадару у меня не было. Я тоже в свое время его пропустил, помню. Данзе с корнем. Ух ты, сколько крутых техник выпадает. Очень редких карт сколько выпадает. Ну, ничего себе. Но мне бы на Саске ульту. Скорее всего, нет у меня этой карты. Да, три новые техники. Довольно неплохо. Райкаги. Я не знаю, возможно ли это, чтобы с такого набора выпала ульта на нового Саски или Наруто. Хоть эта витрина посвящена новым Саски и Наруто, бесплатная. И якобы здесь могут выпустить эти способности, наверное, 0-1 шанс какой-нибудь. Ух ты. Ну, Нагато новая способность. Круто. Окей, с бревном. Нагато как раз таки круто, потому что недавно я открыл ему ульту. Насчет этой способности не уверен, может она у меня есть.
Эду Тенсей Мината с Расенганом. По идее, есть у меня эта способность. И способность, с которой начался этот путь к этой витрине. Итачи с Хусин Кацумабэни. Довольно пикантная карточка. Но, отлично, все-таки прикольно, что у нас парочка, Эдо-парочка, назовем ее так. Нагата и Итачи открылись, способности появились. Что ж, давайте перейдем в инвентарь. Закреплю все, что мне нужно. Obtain по уровню получения. Новое. Новое, нужное. Вот тоже новое. Что тут у нас еще новое было? Я вот не помню. Что-то определенно было новое. Вот. Что ж, ребята, вот и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Обязательно пишите комментарии.